И ты считаешь себя воином? Вставай! Покажи мне, что ты умеешь. И это все, на что ты способен? Ты ничего не можешь. Да не стой же там. Подойди. Забудь о стеснении. На твоем плече черный скорпион. Ты рассматриваешь их татуировки? По одной за каждого убитого человека. Скажи, а ты хочешь такие? Если те люди смерть заслуживали, да. Смерть заслуживают все. Вопрос лишь в том, как скоро и какую. Ты теперь в моей личной охране. Твоя задача — принять смерть раньше, чем я. Я твой телохранитель? Это великая честь, Матаэс. Кроме силы и мастерства, которыми ты обладаешь, главным требованием является твоя абсолютная преданность мне. Царю. Покажи ему. Славься, Сэргон! Ты способен на такую преданность? Я? Да, государь. Хорошо. Тебя ждет богатство и слава. Но, Матаэс, предашь меня хотя бы раз и будешь молить богов о быстрой смерти. Продолжим разговор утром. Выбери себе одну на эту ночь. Или двух, или трех. Только себя не изнури.